крика спасатели эвакуировали всех пассажиров с горящего парома. В настоящее время люди прибывают к пирсу номер 6 в гавань города Сан-Хуан. Паром загорелся на расстоянии примерно 4 километров от берега. На его борту было 512 пассажиров и членов команды. Спасатели начали эвакуацию сразу после получения сигнала о бедствии. Для этого на место отправили спасательный вертолет. Паром называется «Карибская фантазия». Это туристическое судно. Все произошло во время 12-часового круиза. Корабль следовал из Доминиканы в Пуэрто-Рико. И вот по последним данным, возгорание началось в отсеке двигателя.